Что-то надо какой-то банк новый искать. Интересно, в Тиньке такая же хуйня? Или попроще? Меня, конечно, разбанили, и я смог деньги перевести по частям, но сам факт того, что мне еще лекцию на 3 минуты про мошенничество рассказывали, это просто какая-то. Видимо, у них какое-то распоряжение, судя по всему. Мне говорили, а вы знаете этого человека? Просто вы переводите очень много, и в случае это мошенник. Я говорю, да я не кто это, я просто продолжаю говорить, да я не кто это, я лично не знаком. А как вы переводите деньги? Я говорю, а так вас типа это не должно. Я говорю, типа, куда хочу, туда перевожу, это мои деньги. Кучат. Вы наверняка переводите мошенникам. Я говорю, если бы вы мне не отключили лимиты, я бы им лично привез, говорю, наличку, сука, говорю. И, короче, я начинаю перевод делать, мне просто бам и банят, с приложения выкидывает. И давай меня ебать. А у меня сегодня зарплатный день. Ну, то есть у меня сегодня все мои работники получают зарплату. Я говорю, а кому вы деньги переводите, нужно ФИО, название карты и банк. Я говорю, я ебать, мне приложение забанили, я посмотреть не могу. Нет, надо узнать. Я говорю, вы что, угораете? Я говорю, я год уже так плачу, говорю, вы что, совсем ебались? Я говорю, ну так снимите мне лимиты, вам Братишкин, надо задекларировать свою доходность тогда. Декларировать свою доходность, которую я и так декларирую, потому что бабки, у меня донаты идут на физа, ну и там по мелочевке, а остальные деньги, вот, ну, которые с рекламодателей, у меня идут с ИП на физа. Так они меня доебали за это, то, что с ИП пришло, прикиньте, скиньте, что вы налоги оплачиваете, декларацию. Отвратительный банк стал. Не было никогда такого. Что в этом году произошло с ними, я не понимаю. В силу того, что вы мне много донатите, я типа премиум-пользователь Альфа-банка. Я боюсь представить, если меня премиум так ебали в жопу, я боюсь представить, что ж там у вас может произойти. Не, у меня, типа, поняли, у меня весь доход, он чистый. Типа, ко мне вопросов нет. Просто заключается в том, что чтобы снять... Вот мне нужно машину купить, да? Я ж типа кусками снимаю, блять. А тут еще как бы я и Алинке беру машину, и как бы, ну, вы понимаете, что это больше, чем 3 миллиона, а мне надо вот, ну, в этом месяце. И чтобы снять лимиты, мне надо заполнить вот эту хуйню, типа, зачем деньги, откуда деньги, декларация, если откуда-то деньги прислали, надо доказать откуда, показать, донаты, надо доказать, что это донаты, типа, с ИП, надо доказать, что это с ИП, и типа, ну, это не френдли, короче. Что-то я сижу в тильте небольшом, потому что я за 2 месяца уже 5 раз был заблокирован. И я вот думаю, вот есть юристы, может, какие-то, или банкиры, или как это, вот как это происходит, чтобы я мог закрыть счет и уйти с этого банка в другой какой-нибудь. Ну, допустим, взять свои бабки с Альфы каким-то магическим образом, я вообще не знаю, как это. У меня там, ну, скопление есть. И просто взять и пойти в ВТБ, допустим, переводом. Ну, ах. Когда у тебя как раз таки переводом тоже вместе с выводом 3 миллиона и все нахуй. Я недоволен тем, что я рассказал, кто я, где родился, где жил, как я выгляжу, секретное кодовое слово, рассказал про одного человека, назвал его карту, назвал банк, назвал ФИО, потом второй перевод, назвал ФИО, назвал карту, третьего назвал ФИО, назвал карту, четвертого меня... я диктую ФИО, и меня спрашивают, а какой банк? Я говорю, да... Я говорю, да какая разница, блядь? Я говорю, вот, ФИО, вот номер карты, на. У меня до жопы чья эта карта, блядь. Все, она уже там последняя, я там ей 6 переводов сказал. От последних 2 она отъебалась от меня, вот реально сработала. А мне надо было по СБП перевести 1 127 000 рублей. По СБП, потому что я не могу их снять, а мне надо до завтра это сделать. Не до жопы, а до завтра. Говорит, а это кому? А я говорю, а какая разница? А говорит, а ну надо знать, что за человек. Это мошенники. Я говорю, какие мошенники? Вы же понимаете, что если это мошенники, то вам ничего не вернут. Я говорю, да дайте мне перевести! То, что мне не вернут, да до жопы, блядь! Я ебал. Нет, мы не можем вам дать. Нужно узнать номер карты. Я говорю, какой номер карты? Я по СБП перевожу, блядь. Номер телефона? Она говорит, да... Диктую номер телефона, она такая, а кто это, ФИО? Я такой, это пи***ц. Меня в натуре да
за какие-то копейки. Мне сказали, типа, 25 тысяч рублей. Откуда вам пришло, нужно задекларировать. Я говорю, что за бред, блядь? Ну, то есть, ну ладно, там, ну, миллион прилетел. А там какую-то, ну, вот реально копейку, блядь. Я говорю, не в образе, типа, что я зажрался, типа, 25 тысяч для меня, типа, не деньги. Нет, ни в коем случае. Просто когда у тебя в банке лежит, ну, 3 миллиона рублей, спросить за 25 тысяч рублей, это, по-моему, тупость какая-то, блядь. Потому что с ИП, блядь, снять эти 3 миллиона, это вот 2, это 40, блядь, тысяч комиссии будет. Я перезанимал денег, блядь, чтобы вы знали. Спасибо Илье, блядь, и Танюхе, они, типа, закрыли там вопрос. Сыкучатик. Нет, Сбер это прям вообще Кушатик. Смерть. То есть в Сбере, блядь, еще жестче. Знак запрос на вывод средств с закрытием счета. Я проебал 3, блядь, часа вот на эту хуйню, чтобы, блядь, в банк зайти. Потому что мне приложение забанили. Ну, на айфоне забанили приложение. Вы слышите, сюр, блядь? Оно и так, блядь, его нигде нет, нахуй. Мне и оттуда выкинуло меня, нахуй. Сука, вот платишь налоги, не это платишь налоги. Вообще, блядь, до жопы, блядь. Не во всех, блядь, не надо, нахуй, сказывать. Я свой банк открою на эти деньги, я вам отвечаю. Будете все, блядь, оплачивать шиши свои, осуждаю, нахуй. И никто вас не заблокирует. Хотя, ладно, такая хуйня была с Киви, и их забанили. Ну, ладно. Джонни, даешь, короче, название УЕ-банк. УЕ-банк. Найс! Я говорю, название ёбну. Мне, наверное, не дадут такое название сделать, да, чат? Мне же, наверное, не дадут УЕ-банк назвать свой банк. Какая-нибудь балда, блядь, 70-летняя оскорбится, блядь, и все, пи***ц. УЕ-банк. А это УЕ-банка, кто нажаловалась. Серьезно, блядь? Вроде бы для ИП один из хороших банков. Банк, точка. Нет. Они вроде для ИП лучше обычных банков. Для ИП. Альфа-говно для ИП, и физлиц тоже иногда. Да какой иногда, блядь? Я вот сам лично... Я сидел, блядь, да клянусь, вон, чат не даст соврать. Я так им жопу, блядь, вылизывал на стримах, блядь. Ебаных 3 года точно, блядь, сколько стримлю, говорю, лучший охуенный банк, блядь. Без рекламы, блядь. Денег мне никто не дал за эту хуйню. Я их сам, блядь, там даю постоянно. Тенек все время рекламирую, ну, Т-банк, все время рекламирую, блядь. И нету счета у меня там, блядь. Вот, ну, что за гений я, блядь. Зато у меня есть все банки, этот Газпром, хуйня какая-то вообще, если честно. Такой же хуйню. С такой же хуйнёй сталкивалась в Альфе. Надо было 1.5 мульта скинуть, мне не дали и блочили. Я звонила, разбиралась и каждый раз сбрасывала, если они тупили. Новый чул говорил другое. Да, классика, может, мне просто с Натальей, не повезло. Наталья, которая в поддержке Альфа-банка работает. Я пользуюсь сезон. Просто если бы, наверное, другой какой-нибудь чел был бы, он бы, блядь, такой, да, все подтвердил. Месяц без лимита до 3 может, мне просто не повезло с поддержкой? Процентом до 6 кака вроде еще, можно выводить. А еще, знаете, что самое забавное? И никаких вопросов вообще. Знаете, что самое забавное такое в этой истории? Я, когда она мне звонит, вот со своего городского вот этого мультиканального, у меня интернет нахуй умирает. Просто его нету, блядь. Мое нахуй ТЕ с 2 симок превращается, блядь, в одну нахуй 3G. И она мне говорит, что по ФИО, дайте ФИО. А у меня ничего не грузит, блядь. Я говорю, я не могу дать ФИО, у меня интернет не работает. Она говорит, я вам перезвоню через 5 минут. Я как дебил, блядь, все сбросил, у меня ЛТЕ сразу на 2 симках заработало. Я давай там это, Миша Рутичу пишу. Миш, ты, блядь, мы тут это, спустя 2 года, как мы денег кидаем, говорю, дай мне ФИО по всем. Миша дает мне по 3, которые она спросила. Она мне перенабирает. Я ей называю эти 3, блядь, ФИО. Она говорит, а вот у вас привет, еще 3 перевода. Не могу, я писать, такой, твою мать, а у меня опять интернет Twitch отвалился, поняли, она мне набрала. На телефон, я, блядь, такой, да твою-то мать. В общем-то, говорю, сейчас обойти. Узнаю, перезвоните еще через 5 минут. Я сбрасываю опять, Миш, говорю, вот этих еще 3 надо дать. Блядь. Все, она мне звонит. Я опять поднимаю трубку, я говорю, блядь, алло. Все, она мне говорит, по этим 3 переводам. И напомните мне предыдущие, говорит. Я ей предыдущие напомнил, следующие 3 называю. Она мне, блядь, за еще один спрашивает. Я говорю, блядь, у меня интернет не работает. Она говорит, давайте я еще через 5 минут перезвоню. Я говорю, давайте, блядь, я последний уже счет этот вытащил, бля, у меня уже жопа сгорела. Я говорю, блядь, как деньги у вас забрать, суки? Я ей говорю, у меня уже истерика началась, потому что я такой говорю, блядь, а что мне еще сказать? Я говорю, ну я сегодня еще булочку, круассан покупал с кофе, блядь. Вам адрес надо говорить? Он говорит, не, не надо. Странно, блядь. Может, я не булочку и не кофе покупал, кстати. Все. Все, говорит, разбанили, и давай, кто говорит, вот вы там хотели. Кто хочет стать спонсором банка, кидайте донат. Говорит, вы миллион вот этот вот кидали. Кому? Вы знаете его? Я говорю, нет, не знаю. Он говорит, а зачем вы кидаете? Я говорю, не должно, но немножко по-другому. Я говорю, а вам какая разница? Потому что сейчас много этих... Я говорю, вы эти сказки, блядь, говорю, для пенсионеров оставьте, наверное.
Я говорю, вы им зачем мне это рассказывать? Это не только пенсионеры ведутся. Скажите, может быть, вас там заставляют? Я такой, нет! Это после того, как я все уже рассказал, что было. А зачем вы тогда по СБП переводите такую сумму? Я говорю, да потому что вы мне лимиты в***ли опять. Я говорю, я бы взял, наличку бы привез, хуй, в сумке, блядь. Вы мне лимиты в***ли, у меня остается только СБП, блядь. Ну по СБП нельзя такие суммы гонять, там машины. Короче, блядь, можно через сайт версию банка переводить. Я не отпускала оператора и вместе с ней делала перевод, чтобы она в моменте его увидела и сразу подтвердила. Но фио получателя я говорила. И Миша мне говорит, а у нас, говорит, в Украине я 500 гривен кинул, блядь. Меня тоже забанили, говорит, позавчера. Я говорю, а что за 500 гривен тебя блядь? Это типа, ну, 500 гривен, это примерно там 1200, наверное, вот так, 1000 рублей, блядь. Говорит, скиньте фото свое, блядь, руку вот так, говорит, поставьте, блядь. Я говорю, пи***ть, Миша, я говорю, нам пи***ть, походу, всем. Почему я Сбер игнорю? Потому что эти, они мне не нравятся. Значит, не буду говорить, что они уёбки, вдруг потом они придут еще. Они мне не нравятся тем, что Сбер постоянно автоматически все списывает, все блочит, блядь. Вот я превысил на 2 километра скорость, блядь, я забыл оплатить. Захожу в Сбербанк, у меня весь счет забанен. Я смотрю, у меня там это, 500 рублей торчит долг. Все, я не могу деньгами пользоваться, пока 500 рублей эти не оплачу. В общем-то, поэтому я даже не знаю, что лучше из этого. Лучше из этого, наверное, налик хранить и беспокоиться о том, что вам хату не обнесут. Должно же быть для людей как-то. Я не понимаю вот это вот. Яндекс.Банк заебись. Да, Яндекс.Банк заебись. Кто-то Озон вообще орет. Озон, банк заебись. Что это такой Озон? Какой Озон, долбоеб, что ли, вообще? Это, наверное, карточка для того, чтобы трусы, блядь, резиновые покупать. Какой нахуй Озон, блядь? Туда 500 рублей положи, вот тебе Озон банк. 500 рублей там лежит, чтобы какие-нибудь потом колготки себе купить. Ты сда, бабки смог вывести в итоге? Не, Ром, я еще не выводил. 1 000 000 рублей накапали за месяц. Донатами своими, блядь, богатыми. И вот сейчас, прикиньте, мне вот разом вот это все капнет. Я потом что, блядь, мне приедут, вот меня в очко, наверное? Озон банк, Тёма. Писал выше в донате. Да не, я типа, бля, не думайте, что я типа, как бы вам сказать, постоянно из меня какого-то, типа, многие люди видят, что я как будто прибедняюсь, блядь. Да нихуя не прибедняюсь, типа, я нормально живу, просто, блядь. У меня такое ощущение, что банк считает, что это его деньги. Меня вот это тотально не устраивает. Банк должен знать, что это не его деньги, а мои. Так же, как и у вас. А в итоге я их туда положил, и они с меня еще трясут, блядь. Зачем я их снимаю, блядь? Ты, сука, отдай мне деньги, Сбер, блядь. Говноеды, которые лочили карту моему отцу на 7 мультов, точка, решили вопрос только через суд, точка, также они на бабкиной бывают артели золотодобычи. Лично знаю. Блядь, это грустно. Разбань в чате, пожалуйста.